Всем привет! Приехал сегодня на озеро половить форельку. Начну, пожалуй, вот отсюда. Там дальше уже начинается отмель. Раньше я ловил вот там на впадении, хорошо клевала она. Но сейчас особо там напора нет. Как раньше, там вот так вот даже поднималась вода, бурлила, и там форелька водилась. Сейчас напора нет, сейчас мелко, ничего не бурлит. В общем, вот отсюда начинается более-менее хоть какая-то глубина, поэтому отсюда и буду начинать. Посмотрим, будет клевать, не будет, потому что здесь плавают форельки вплоть до 3-4 килограмм весом, поэтому было бы неплохо хотя бы одну такую за сегодня поймать, отличиться, так сказать. Собрал спиннинг. Для начала поставил самую свою уловистую блесенку, на которую больше всего рыбы, вообще в принципе ловил форельки. Сейчас возьму подсак, это обязательно, потому что если на пару килограмм форелька возьмет, то будет ее проблематично вытащить без подсака. Берег высокий. Ну и все, сейчас отсюда начну и пойду потихоньку в ту сторону, туда буду двигаться. Если здесь клево не будет, буду продвигаться туда, дальше на глубину. В общем, все озеро я за сегодня обойду, это точно. Везде попытаюсь побросать, посмотрим, где рыбка водится. Все, всем приятного просмотра, поехали! Хорошо летит. Поставил себе новый шнур, вот такой шимановский. Тоненькая прям такая веревочка. .009, по-моему, размер у нее идет, толщина. Ну, форелька, она, в принципе, такая более-менее стайная рыба. Поэтому вот где поймаешь одну, думаю, там стоит задержаться, чуть подольше побросать. Но если клёва нет в одном месте, когда долго кидаешь, то и смысла, в принципе, нет там задерживаться. В общем, сегодня я нацелен на трофей, какой-нибудь пару килограмм, хотя бы форельку. Да, в принципе, на килограмм уже форелька нормальная размерами-то. Можно было, конечно, понаставить закидушек на пасту, но это не мое. Зимой успеем половить на пасту со льда форель, а сейчас пока только спиннинг, потому что буду двигаться постоянно, не смогу следить за закидушками. А так на спиннинг, если рыба есть, то и на спиннинг нормально можно наловить, и тем более ты не будешь сидеть в одном месте постоянно, рыбу надо все-таки искать. Ну, рыбалка на форель — это дело такое. Можно, конечно, весь день побросать, ничего не поймать. Кстати, на прошлой неделе я здесь был. Ни единой поклевки не получил. Правда, я был не весь прям день. Где-то с 8 утра до 3 часов дня походил. Но все, меня уже не хватило дальше, потому что поклевок нет. Как бы неинтересно. Столько забросов и ни единой поклевки. Вот приехал сегодня. Думаю, может быть, сегодня изменится ситуация с поклевками. А вот и поклевка первой форели. Ну, очень-очень мелкой. Прям совсем. Да, такая вообще. Ну, что это такое? Это разве форель? Я сюда приехал немного за другим.
за 2-3 килограммами, как минимум. Ой, какая красавица. О, но мелкая. Тихо, 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 тихо. Такую, разумеется, мы отпустим. Ну, оклемалась. Такая нам точно не нужна. Будем пробовать еще. Ну вот, первая есть. Думаю, стоит еще здесь чуть-чуть побросать в этом месте. Но мелкая. Очень мелкая форелька. Не за такой я, конечно, сюда приехал. Малька очень много. Сейчас походил по берегам, посмотрел. Прям огромными стаями малек передвигается. Поэтому здесь, в принципе, форельки есть чем питаться в этом озере. Не знаю, может быть, крупняк где-то стоит на большей глубине. Посмотрим. Сейчас немного здесь еще побросаю. Если поклевок не будет, то двинусь в более глубокие участки озера. Приехал в самое уловистое место во всей моей рыбалке по форели. Но, говорю, здесь все изменилось. Теперь все здесь уже не так, как было тогда, когда я здесь очень много форели наловил. Совсем все по-другому. Посмотрим, побросаю здесь немного. Сейчас отсюда, потом пойду с тех берегов тоже побросаю. Может быть, зайдет сюда рыбка все-таки. На проводах гирлянды из снастей. Там и лягушки висят на змееголова. И поплывки различные. И даже силикошки. Не знаю, кто здесь силиконки бросал. Судак-то, наверное, здесь есть, но здесь просто по такому дну нереально будет проводку джиговую делать. Да, были бы здесь кусты, как в прошлом году. Кстати, странно, почему в этом году такого нет. Почему они не выросли. И вот почему-то форель входила вот сюда, прям в эти кусты, и в них стояла. И зимой, кстати, когда я здесь лунки сверлил, все еще здесь были эти кусты водорослей. Вот рыбка, видимо, тоже в них сюда приходила. Для чего, конечно, неизвестно. Может быть, и малек здесь стоял тоже в этих кустах. Есть еще одна поклевка. Опять мелочь. Прям вообще мелкая. Не знаю. Блин. Вот такая вот. Опять мелочь. Вот такая вот мелюзга. Красивая, да, рыбка? Опа. Уже тоже интересней становится. О, чуть на провод не забросил. Вот, начинается ветер. Сейчас будут проблемы с забросами. Снасть легкая очень. Только что видел, здесь блеснула рыба. Довольно крупная. Но я, конечно, не понял, кто это был.
Может быть, это вовсе не форель была. Такое ощущение, что за блесенкой до сюда дошла. Но вот это уже было покрупнее, то, что я видел. Прямо вот здесь вот. Возле берега. Так что можно сделать вывод, что здесь есть рыба. В этом месте все-таки. Можно будет сменить блесенку, попробовать. Есть. Да что ж такое опять мелкое? Выплюнула. Ничего себе, да? Скачет красиво. Вот это вот резвая форелька была. Вот такая она и должна быть. Шустрая. Вот это хоть и мелкая, но зато как красиво сделала, да? С прыжками. А я как чувствовал, что сейчас будет поклевка. Включил камеру. До этого я раза три здесь бросал. А сейчас, когда вот только начал делать проводку, сразу был ударчик. Потом одна, я видел, плеснулась такая же мелкая, пока делал проводку. И потом уже догнала вот одна вот эта. Интересно, расшугала она, нет здесь? Или это все одна и та же была форелька, которая изначально стукнула, потом которую я увидел, и потом которая догнала в итоге. Даже интересно. Ну, умело спрыгнула в прыжке, вытрясла. Вообще я смотрел всякие обучалки от японцев по форелевой ловле. Они говорят, что тянуть ни в коем случае сильно не надо. Типа, когда ты сильно тянешь, то форель начинает рот открывать, избавляться от блесны. А если не сильно тянуть, то она будет с закрытым ртом плавать, с блесной во рту. Ну, не вижу смысла им не доверять. Ну вот видите, все-таки заходит сюда рыба, в эту заводь с озера. Я сейчас все-таки после того, как съезжу, на глубине посмотрю, найду, где места нет половить. Потом сюда все-таки еще вернусь и попробуем еще разок здесь покидать. А пока хватает. Поклевок нет особо. Ну, две рыбки клюнули. И то хорошо. По сравнению с прошлой неделей, когда ни одной поклевки вообще не было. Ничего, пойду сейчас искать своего гиганта. Ловить. Вкусно. Эй, аккуратней. Руки съешь. На, ну-ка, хлебом закуси. Все, вся моя еда твоя. Ладно, поеду я дальше. Пару раз здесь бросил. Тоже что-то тишина. Видать, сюда рыбка не пробралась никак. Сейчас пойду опять там пробовать дальше.
Ну что, в общем, двигаюсь по кругу. Уже один полный круг сделал. Побросал там на впадении воды опять. Также там ничего не клюет. Сейчас буду вот здесь пробовать. Вот там я первую форельку где-то поймал в том районе сегодня. Здесь вон мелко. Все дно видно. И, в принципе, когда крупная форель ходит, в таких местах ее видно. Прям хребтины видно, как они плавают. Когда я здесь был в прошлом году, вот так и получилось, что я не хотел вообще рыбачить, где народ. Пошел, нашел местечко, затишок, где вообще никого не было. И начал там одну за одной таскать форель. И потом туда все сбежались, кто на озере сидел. Все прибежали тоже туда ловить. Ну и, кстати, тоже, да, ловили они. Я-то потом ушел с того места. Не выдержал конкуренции. Но люди ловили. Ну, а здесь птицы полно, может, поэтому сюда еще форелька может не заплывать, потому что здесь вон прям кишит все. Птицы водоплавающие. Посмотрим сейчас, в общем. Буду двигаться обратно к той точке сейчас, где две форельки поймал. Там, наверное, и тормознусь. Была сейчас еще одна поклевка. Вроде бы сделал подсечку. Ну там буквально пару раз дернулась и сошла. Даже не понял, какого размера там рыба была. Видимо, они одиночные сюда заплывают. Нет-нет. Ну, вот так вот прям толпой не стоят они, видать, в этой заводе. В общем, два раза объездил все озеро. Решил все-таки сюда вернуться. Здесь часок половлю. Да-да, нет-нет, да домой поеду. Потому что только здесь рыбка клюет. Больше нигде. Он плещется. Видите? Вон там. Только неизвестно, конечно, что это за рыба. Может, это и не форель вовсе. Ну, сейчас была еще одна поклевочка. Может быть, сменить блесенку, не знаю. Потому что как-то они нехотя. Уже несколько раз поклевки. Буквально один раз бьет. И все, оставляет в покое блесенку. Может быть, поставить какую-нибудь покрупнее, не знаю. Попробую я, в общем, все-таки сменить блесенку. Может быть, мой бигфиш сегодня от меня чего-то другого ожидает. Сейчас попробую вот такую розовую для начала. Вот такой вот маленькая, как раз на мелкую рыбешку. Ну и потом еще вот эти два варианта опробую. Розовую не удалось разловить ни разу, так я на нее ничего не поймал, но зато вот на эту я ловил рыбешек уже не раз. На такой цвет. Кстати, здесь у меня уже крючок поменен. Сейчас попробуем на нее. Это самая, кстати, тяжелая. 3,5 грамма весит. Такая увесистая. Я думаю, ей спокойно здесь можно перебрасывать на тот берег. О, видели? А вот это уже похоже на форель. На атаку форели. Что-то с поверхности хватает. Но, конечно же, это не точно. В общем, здесь началась какая-то активность. Вон. Интересно, кто это.
Но если это форель, то должна клюнуть. Ну, к вечеру зашевелилось озеро. Еще бы поклевки начались. И вообще было бы окей. А ну-ка сейчас как раз проведу там, где плещется. Блин. Был бы опарыш. Сейчас бы сделал. О, есть. Неужели это все-таки форелька? Так, не бультыхайся сильно. А то сейчас сюда толпа сбежится. Блин, куда пошла? Ну, тихо, тихо, сейчас отпущу. Тихо, тихо, тихо. О, какая. Тише, 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 тише. Да тихо ты. Вот скользкая. О, какая красотка. Доигралась, да? О, какая. Ну, давай. Иди плавай дальше. Мне минимум килограмм надо сегодня. Неужели это все-таки форелька игралась здесь? Интересно. Ну вот, блесенку сменил. Поклевка случилась. Он опять играется. Ну не, играется это, по-моему, не форелька. Попробую еще один цвет неразловленный. Такую легкую, 2,4 грамма. Ну, 3,5 удобнее кидать, комфортнее. У меня спиннинг до 7 грамм, верхний тест. И вот такие вот 2,5 грамма не особо им удобно бросать. О, видели? Так, оно, конечно, нормально, но 3,5 комфортнее. Есть. Блин. У-у-у, ничего себе. Вот это красота. Мелкая форелька. Как взлетает красиво. Вот это я понимаю. Чудо-юдо. О, какая. Прям в ноздрю попалась. Красота. Вот и эту разловил блесенку. Вот так вот. Тоже на нее поклевок не было еще ни разу. Ну как они красиво скачут при вываживании. Это просто красота. О, видели? Ну вот кто это? Неужели форель? Неужели она здесь собралась? Да, птички сюда понаплыли. Ну, кстати, вот это вот рыбки, которые играются здесь на поверхности, не боятся. Прям среди них здесь плавают. Эх, похоже, все, конец рыбалки. Сейчас еще пойду вот там пару раз попробую.
Ну что, уже все, солнце ушло практически. Есть еще одна такого же формата. Не крупная. Думаю, еще постою, побросаю чуть-чуть. Эй, блин. Где мои гиганты? Ну, блин. Все, в воду свалилось. Да. Ушла же, надеюсь. Ну да, наверное, ушла. А то плескалась бы. Вот. Клюют еще. Я думал, солнце ушло, все уже. Ну что, все, сейчас здесь немного побросаю вот в эту муть. Может быть, здесь ходит тоже форелька. Здесь вот получается самый миляк в этой заводе. Я думаю, до сюда она тоже должна доходить. В общем, здесь еще чуток и все. Поеду домой, буду собираться. В принципе, неплохо я сегодня половил. Я даже не ожидал после прошлой рыбалки то, что я здесь ловил. И нифига не поймал. Сегодняшняя рыбалка, конечно, уже поинтересней. Конечно, сегодня размер рыбы особо не радует. То, что я в прошлом году здесь ловил, так это просто гиганты были. Наверное, вес сегодняшний улов весит как один экземпляр, пойманный в прошлом году. Ну, кто смотрел видео, тот знает. А так, ну, в принципе, это довольно интересная рыбалка. Я не скажу, что прям я чем-то расстроен особо. И такую форельку, конечно, ловить тоже интересно. Было бы это еще на реке, вот так вообще бы. И такая бы форелька там бы ловилась просто в удовольствие. А на озере, конечно, хотелось бы покрупнее. Ну ничего, в следующий раз я вам обещаю, что поеду на другое озеро, где водится форелька покрупнее. Сюда уже не поеду. Не впечатлила меня размером здешняя форелька. Но в следующий раз мы поедем на озеро, где покрупнее форель водится. И там устроим рыбалку обалденную. Так что смотрите как-нибудь в следующей серии или через одну, как я поеду на другое озеро и будем пробовать ловить форельку покрупнее. На этом все. Буду собираться. Поеду домой. Вам спасибо, что посмотрели. Пока-пока. Увидимся в следующем видео.